Вот так вот все делается. Вот эти вот карманные, показушные, я не знаю, кто там будет, генеральские лежоны, еще какие-то проплаченные, купленные. Не знаю, кто там будет на этих встречах и на этих круглых столах. Вот если вы не увидите нас, меня, других женщин, которые сегодня по Москве ходят, которых видели на пресс-конференции, то значит, это не настоящий круглый стол, то значит, это не настоящая встреча президента либо какого-то официального лица с общественностью. Это все делается для того, чтобы показать, вот мы реагируем. Но это не то, что нам нужно. Владимир Владимирович, вы мужчина или кто? Хватит у вас смелости встретиться в глаза, в открытую, не с согласованными карманными вашими женщинами, матерями, а с настоящими, которые приехали из разных городов за свой счет сюда, к вам. Мы здесь, в Москве, готовы с вами встретиться. Мы ждем вашего ответа. Или спрячетесь опять.